Председателем профсоюзного комитета Айхальского комбината переизбран Василий Постольский. На днях в поселке прошла отчетно-выборная конференция, где присутствовали 117 делегатов. На сегодняшний день в профсоюзе «Профалмаз» состоит чуть более 3000 работников комбината. Василий Постольский выступил с отчетом за прошедшую пятилетку. Рассказал об организации досуга, материальной помощи, трудовых соревнованиях и о состоянии охраны труда в подразделениях компании. Так, например, он отметил, что в 2019 году заболеваемость работников снизилась почти на 3%. На лечение и обследование отправлено 274 пациента. В детском лагере «Орленок» оздоровилось 11 ребят. На Черноморском побережье отдохнули 37 человек. В лагере «Юникс» 171 ребенок. 3 миллиона рублей профсоюз выделил на материальную помощь нуждающимся. Также на конференции выбрали профсоюзный комитет и ревизионную комиссию. По окончании мероприятия наградили самых активных членов профсоюза. Ну и будем стараться работать в дальнейшем в рамках социального партнерства, коллективного договора нашего, значит, как самого инструмента, значит, регулирующего взаимоотношения сторон на каждом рабочем месте между работником и работодателем. Ну, также учитывая требования Трудового кодекса Российской Федерации, защита прав и интересов работников, федерального закона о профсоюзах.